Международный лингвистический саммит в Казанском федеральном университете. Благодаря нашей совместной работе нам удалось выйти на проведение сегодняшнего саммита. Слет студенческих медиа-центров Казанского федерального университета «Медиакэмп». Наша целевая аудитория какая? Это студенты. И поэтому очень важно, когда студент пишет для студентов. Студентка КФУ представляет Татарстан на конкурсе «Мисс студенчества». Здесь самое главное – это, конечно же, мозги. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Александра Шестакова. Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие офиса компании «Сберрешения» по адресу улица Островского, 38. Новый офис посетили президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, вице-президент-председатель Волговятского банка Сбербанка Петр Калтыпин и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В рамках мероприятия КФУ и «Сберрешения» подписали меморандум о сотрудничестве. Прошу обменяться соглашениями. Ильшат Равкач, огромное спасибо. В Казанском федеральном университете прошел международный лингвистический саммит «Языковое разнообразие в глобальном мире». Об этом в нашем следующем сюжете. Казанским федеральным университетом и Институтом языкознания Российской академии наук на нашей базе впервые в Российской Федерации будет проведен очередной, уже 21-й, международный конгресс лингвистов. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошел международный научно-лингвистический саммит «Языковое разнообразие в глобальном мире». Мероприятие было направлено на обеспечение обмена научными знаниями, формирование позитивного имиджа российской науки, а также информирование широкой общественности и потенциальных партнеров о результатах проводимых научных лингвистических исследований в Казанском федеральном университете. Благодаря нашей совместной работе нам удалось выйти на проведение сегодняшнего саммита. И нас очень радует и то, что в саммите принимают участие известные главные редактора ведущих международных научных журналов, которые входят в базу данных Scopus, в базу данных Web of Science и в другие известные базы данных. В настоящее время как никогда важно, чтобы люди открывали и приобщались к общечеловеческим ценностям через призму культуры других народов, учились межличностному и межкультурному общению. Для эффективного решения этой важной задачи необходимо повысить социальную значимость языкового и культурологического образования в обществе, воспитывать у подрастающего поколения уважение к своему и к другим народам и культурам. Отметим, что данный научный саммит проходил дистанционно, с соблюдением всех общепринятых ограничений, связанных с COVID-19. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошла интеллектуальная игра, посвященная 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Три команды из студентов, педагогов и школьников выполняли задания на знание биографии русских писателей и их произведений. Такое распространение информации позволяет более заинтересовывать и студентов, и школьников. Это распространение помогает дольше сохранить память о самих писателях. Произведения такие поднимают очень важные темы, которые сейчас даже в наше время очень актуальны. С 12 по 14 ноября на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» состоялся слет студенческих медиа-центров Казанского федерального университета «Медиакэмп». Подробнее в нашем сюжете. Данный проект, он, во-первых, является победителем гранта проекта Всероссийского конкурса молодежных проектов, которые проводились Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь» и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В программе слета – лекции и мастер-классы от экспертов в различных направлениях медиасферы, нетворкинг и проектная работа. Ребята приняли участие в интересных тренингах и ярких вечерних мероприятиях. Мне пока что все очень нравится, очень весело. Познакомилась с крутыми ребятами. Надеюсь, как-нибудь развивать свои скиллы. Выездная школа собрала представителей медиа-центров всех 17 институтов и юридический факультет Казанского федерального университета.
Организаторы считают необходимым формирование у членов медиакоманд профессиональных навыков для создания информационного, аналитического и познавательного контента. Все намеченные планы необходимо было осуществить за 3 дня. Сейчас здесь участвует порядка 18 медиацентров институтов КФУ, включая Елабугу и Челны, а также медийные сообщества объединений казанских юлбарсов и деревни Универсиады. А получается, на форуме порядка 90 участников и 10 организаторов. У многих студентов отсутствует понимание, как собрать сильную команду медиа и делегировать обязанности в ней. В каких направлениях развиваться – вообще самый главный вопрос. Реализация проекта «Медиакэмп» как раз-таки способствует объединению медиацентров институтов с целью взаимопомощи и повышения уровня профессионализма участников. Здесь действительно очень сильные представители медиацентров Казанского федерального университета, и это очень хорошая возможность познакомиться с ними и перенять какой-то опыт. Наша целевая аудитория какая? Это студенты. И поэтому очень важно, когда студент пишет для студента. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Работа с социальными сетями, СМИ и сайтом стали главными критериями при анализе медийной активности высших учебных заведений. Казанский федеральный университет занял 7-ю позицию в рейтинге медийной активности вузов России за октябрь 2021 года. Посвященная презентации итогов рейтинга пресс-конференция состоялась сегодня в МИА «Россия сегодня». 16 по 22 ноября в Москве проходит конкурс «Мисс студенчества». Республику Татарстан представляет студентка КФУ Дина Юнусова. В интервью нашему телеканалу она рассказала о своей подготовке к всероссийскому конкурсу. Тему продолжит наш корреспондент. Быть красивой, умной и талантливой, а не казаться. Вот главное правило конкурса «Мисс студенчества». Это состязание для золотой молодежи. Именно так называют студентов Дина Юнусова. В этом году она представляет Республику Татарстан на всероссийском конкурсе. Дина учится в Казанском федеральном университете на юридическом факультете по профилю юриспруденция. Участие в различных конкурсах талантов не мешает быть ей отличницей. В ее планах получить красный диплом. Однако до окончания университета еще 2 года, а до начала конкурса остались считанные часы. Во-первых, это интеллектуальный конкурс, во-вторых, это национальный выход, далее творческий выход, творческие номера и вечерние выходы. Здесь самое главное, это, конечно же, мозги. Все это про мозги, даже как девушка себя ведет, и про презентации, и про творческий конкурс, про личный бренд, про то, как она думает, мыслит. Подготовку к конкурсу Дина начала еще в мае, так как изначально конкурс должен был проходить в июне. Из-за эпидемиологической ситуации в Москве мероприятие перенесли на август, потом на ноябрь. За 7 месяцев Дина успела по максимуму подготовиться к конкурсу «Мисс студенчества России». Я написала сама стихотворение про то, какой должна быть «Мисс студенчества России». По моему мнению, вообще «Мисс студенчества», как я уже сказала, это не только про красоту, это больше про интеллект, про то, как девушка умеет себя держать, презентовать. Дина Юнусова уже успела отличиться на конкурсах красоты. За спиной у девушки победа на конкурсе «Мисс Татарстан» в январе этого года. Это самое значимое достижение в портфолио модели. Студентка юридического факультета Казанского федерального университета получила этот титул, обучаясь на первом курсе, то есть 18 лет. В интервью нашему телеканалу Дина призналась, что решение участвовать в таком серьезном конкурсе было спонтанным. Я листала Инстаграм, и мне случайно попалась реклама, кастинг, а я тот человек, который использует все возможности, которые дарует ему жизнь, и считаю, что если выпадает такая возможность, то почему бы и нет. Чтобы завоевать симпатию жюри и зрителей, моделям нужно разбираться в таких сферах, как дефиле, психология общения, стиль, этикет и актерское мастерство. С 16 по 22 ноября конкурс пройдет на территории Московского политеха. 40 девушек будут соревноваться за титул «Мисс студенчества России». Нужно было снять видеовизитку, провести фотосессию, подготовить творческий номер, написать стихотворение, это тоже не одного часа дела, его отрепетировать, подготовить саму презентацию, подготовить наряды тоже для девушек, это очень важно. И вот теперь, наконец-то, завтра вылет на этот конкурс. Выбирать победительницу будут как жюри, так и телезрители. На протяжении недели в группе ВКонтакте вы можете проголосовать за студентку юридического факультета Дину Юнусову. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.
На этом все. В студии была Александра Шестакова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!